Привет, мои хорошие, мои дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня я буду разбирать вот такую полочку. Здесь у меня просто шкаф, одежда, а внизу у меня вот всякая такая химия хранится, потому что нету негде больше. Все шкафы заняты стройматериалами всякими. А здесь у меня как раз хранятся мои шампуньки. Вот, я его хочу перебрать, посмотреть, что вообще у меня есть и что нужно купить. Вот это вот мыло мы с вами уже покупали. Ну, оно новое. Здесь у меня тюбик хороший, кстати, для... Мама забрала для жидкого мыла. Если мы однажды соберемся, он такой прям очень плотный, такой добротный сделанный. Здесь у меня, кстати, кофейная гуща. Это я хочу сделать крем для тела или для лица. Для лица, наверное, скорее всего, типа это скраб. Скраб делать. Так, тут у нас шампунь против выпадения волос. Это надо отложить. Надо мне попользоваться им. Тут это закупка у нас. Короче, тут много-много-много всего. Еще мыло. 4 штуки таких, по-моему, должно быть. Да, 4 штуки вижу. Это мне подарили недавно. Их можно пока что убрать подальше. Не пользоваться. Вот оно. Попозже. Здесь, кстати, гель для душа. А это вот какой-то гамаш какой-то непонятный. Как гамаши. Так, здесь у меня, кстати, всякие... всякие кусочки, остатки. Это остатки, это прям может пойти на самый черный день. Тут у меня, кстати, шампунь. Кстати, очень-очень понравился вот этот шампунь. Прям вообще он очень такие волосы делает классными. Так, тут у меня тирет. Это надо мне, кстати, в раковину забилась у меня. Так, это вот бальзам к нему. У меня их тоже осталось. Это все у меня на лето. Тут вот тоже шампунь. Супер. Шампунь для легкого расчеса. Но это для роста волос тоже. Потому что сейчас проблемы у меня с волосами после беременности, родов. Еще никак они не восстановятся у меня пока что. И лекарства вот я пью. Все никак. Так, здесь тоже бальзам. Кстати, он 400 рублей стоил. Не бальзам, а маска, что ли, по-моему. Только я узнала это уже дома. В магазине я этого не увидела. Шампунь. Что, у меня получается бальзам один, что ли? Так. Ну ладно, я просто сейчас буду давать доставать. Иначе, если сейчас я буду все это рассказывать, вам показывать, то это затянется вообще надолго. На очень долго. Вот это вот, кстати, тоже хороший. Он волосы прям делает такими блестящие. Вот, бля, гладкость. А, вот, да, написано. Гладкость и сияние. Прям вообще шикарный просто. Я бы, наверное, ящик скупила бы их. Щетка зубная. Так, это ваниш. Губки. Хозяйственное мыло. Я потеряла. Вот, набратые кусочки мыла. Это, наверное, самый такой черный-причерный день. Так, а что такое еще? Варежки страшные. Вот есть мыло. И, кстати, когда-то собирала, коллекционировала мыло, и это вот с коллекции моей осталось. Это и вот еще. Так,
такое вот мыло с коллекции моей. Так, это вот у меня набор путешественника. Путешествие. Звездочка. Это я уже закупилась. Гель для подмывания малыша. Вот он, сиф мой. Ну, помыть. Кстати, помыть. Это вот, чтобы когда загораешь на пляже, смачиваешь себя водичкой, чтобы сгорать лучше. Это скраб, можно им воспользоваться. Так, тут шампунь. Кстати, вот эти вот скрабы очень хорошие, мне очень понравился. Прям он такой жесткий и хорошо все оттирает. Что-то внутри. Это я покупала на Озоне, потому что в нашем городе я вообще нигде не нашла. Его нигде нет, только на Озоне он был. Я один вот такой потратила. Мне подарили. И вот я купила второй. Ну, прям вообще он такой классный. Я люблю такие, именно когда вот пожестче что-то такое. Вот, вот, например, здесь вот губка. Она вот, ее, вот эта вот сторона, она прям жесткая. Кстати, вот это еще губка у меня должна быть. А, у меня, видать... А, ну, мне ее стащили, видимо, уже. Так, тут у меня шампунь. Шампунь есть, а бальзама нету, как всегда. Так, какие-то это... Вот это, кстати, пена. Диму я ее мою. Здесь вот лаванда и розовый... розовым маслом. Обалденный аромат, просто просто шикарный. Так, ну вот этот вот, на него я хотела делать отдельный обзор, особо не помог мне. Такой чуть-чуть осталось. Вот я его здесь сделала, залила вместе с шампунем один к одному, и, наверное, тоже голову домою и выкину. И гель для душа у нас еще один есть. Так. Здесь у нас пенка для умывания. Вот мне, кстати, нужна. Тут какая-то маска для лица. Тут тоже все. Хозяйственное мыло. Здесь вижу. Какие-то странные. Здесь у нас, кстати, еще пачка ежедневок у меня, и есть барьер фильтр. Это я еще давно покупала, и в итоге сейчас у нас уже подключен сразу к трубе фильтр. То есть это просто стоят 1, 2, 3, 4 штуки их. Я хотела еще недавно их продать, куда-нибудь деть, отдать кому-то, но сейчас подумала, что пускай будут. Наверное, пускай будут. Ничего с ними не случится. Как бы есть, и это хорошо. Так, хозяйственное мыло у меня, кажется, есть. Так. Вот у нас... Это, как ее, глина. Здесь у меня кофейная гуща в баночке. Это уже просроченное. Так, это у меня... Не знаю, короче, что у меня там. Посмотрю потом. Надо сюда положить. Здесь еще маленький кусочек мыла. Здесь баночка. Такие баночки я люблю. Она хорошая довольно, кстати, баночка. В нее можно что-то положить. Так. И теперь я сейчас начну все заново складывать. И потом покажу конечный результат. Так, ну вот я прибралась, некоторые я уже вынула, что-то выкинуть, что-то оставила, что-то сейчас буду пользоваться. Вот, короче, на лето мне нужно покупать шампуни, как выяснилось, потому что у меня
один полный, то есть комплект, и другой половина всего лишь. Поскольку на летом у меня уходит очень много шампуня на волосы, как бы маленького тюбика мне на 2 раза хватает, большого на 4 раза. Я не жалею шампунь на волосы. Ну вот, мыла у нас получается достаточно. Ушные палочки еще такая вторая штука где-то есть. Вот, геля для душа мне дарят, его полно. Вот, есть там. Еще полный тюбик я покупала, есть. И там у меня еще в шкафу стоят, есть. Вот. Ну, а для лица, в принципе, тоже все есть. Значит, так вот. Здесь, ну вот, еще вот эти шампуни я дозакончу. Здесь вот для лак, для снятия... Ой, господи. Жидкость для снятия лака, ее и вытащила. Потому что в ближайшее время пока не планирую наносить лак. Мне просто некогда это делать. Уже нет столько времени, как до появления ребенка. Еве, я думаю, наверное, этим средством просто сейчас начну что-то протирать. Я думаю, она убивает микробы. Ручки там всякие, ножки и так далее. То есть ее тут жидкости много. Это тут, кстати, из фикс прайса. Она плохая. Не подошла мне. Очень плохо отмывает. Здесь вот шампуни, их потрачу. Здесь вот скраб его положу, буду мыться, обязательно попользуюсь. Эта штука мне не нравится, я здесь в ней стираю что-то. Допустим, замачиваю, и чтобы был какой-то аромат, я наливаю вот это вот. Мне запах не понравился. Вот, я, может быть, наверное, рюкзак хочу свой постирать. Он, мне кажется, очень-очень уже грязный. И, наверное, вот замочу вот в этой штуке. Вот. Тут у нас на путешествие, здесь губка, гель, пяточки тереть, летом это мне необходимо, и мыло, где-то здесь оно, в такой вот штучке. Ну, путешествовать мы ездим на теплоходе, вот, я ее с собой беру всегда, как бы все в одном месте, а пакетик такой я покупала в Галамарте, если что. Вот. Туда же потом зубная щетка пойдет и... оставшиеся. Так, остальное у нас здесь. Так, скраб мы, наверное, пока уберем. Я положу другой. Так, тут какой-то мусор я нашла. И также для лица у нас вот маска. Еще тут какая-то вот шампунь. Это я буду тратить. Надо его уже тратить. Какой-то гель вот. Сиф я им в ванную, кстати, мою. Там вот тирет, ваниш. А, ну, ваниш можно пока убрать. Вот, то есть так вот. И все. Все? Я убралась. Убралась. Теперь я знаю, чего мне не хватает. И надо срочно идти покупать шампуни для головы. Я думаю, скоро должны появиться, наверное, акции какие-нибудь. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал ArtMoney. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока.